Деду Морозу теперь есть где остановиться в Люберцах. На минувших выходных в Краеведческом музее открыли его резиденцию. Для главного волшебника страны подготовили просторный зал и удобный трон. Спешите сами увидеть это предновогоднее чудо. Ну а если пока у вас такой возможности нет, то смотрите наш следующий материал. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз всегда был добрый. Хорошо, хорошо. Я не заморожу тебе ручки, не заморожу ножки. Сегодня он не морозил никого, был доволен и счастлив. Ведь теперь у него есть своя резиденция в Люберецком округе, а это каждому придется по душе. Замечательно приготовили. Прекрасный, удобный трон. Прекрасно украшен зал. Огонечки везде. Я очень люблю огоньки, особенно цветные и бегающие. К этому событию в Люберцах готовились долго. Силами сотрудников Краеведческого музея и других учреждений, а также при поддержке местного комитета культуры удалось сотворить настоящее новогоднее чудо. У нас вот произошло открытие, и внутри музея проходит сказочный новогодний квест по уголкам наших вот экспозиций, которые есть в музее. Очень интересно все придумано. Думаю, вам стоит пройти и посмотреть наших персонажей там. Мы не справились с любопытством и отправились в новогодний квест. Дети отгадывали загадки, получали за правильные ответы конфеты и проходили на новый уровень. Это оказалось настоящее путешествие в прошлое. В игровой форме сотрудники музея рассказывали всем желающим о новогодних традициях и обычаях Древней Руси. Детки приходят, смотрят, как наряжали раньше елочку, какие 100 лет назад, как украшали яблоками, какими игрушками, какими конфетами, какими печеньями. Обязательно рассказываем, какую звездочку вешали? Потому что все думают, ой, пятиконечная. Другая была звезда, Вифлеемская звезда. И у нас сидит в другом зале купчиха, настоящая купчиха, одетая в настоящий костюм. И сидит, пьет чай с конфетами. Обязательно сфотографируется с баранками. Это очень интересно. Резиденция Деда Мороза в Краеведческом музее будет работать до 13 января 2018 года. Попросить у главного волшебника страны о сокровенном можно каждый день с 2 часов дня до 6 вечера. Наталья Григорьева, Мария Лапачева и Дмитрий Радзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.